Здравствуйте, меня зовут Ирина Соколова, я астролог. И для Beauty 3D я представляю еженедельный гороскоп здоровья и красоты. Новолуние у нас было позавчера, причем в знаке Рака. А значит, пришло время семейных ценностей, неспешной такой стабильности, душевной близости. Чем больше времени на этой неделе вы проведете в кругу близких вам людей, будь это родственники или друзья, тем более счастливыми и довольными жизнью будете себя ощущать. Но если кто-то, не дай бог, конечно, перешел вам дорогу, и вы планировали с ним судиться, инициируйте процесс на этой неделе. Тогда он закончится максимально выгодно для вас. Ну, а сегодня и завтра всех неудержимо потянет устраивать вечеринки, посиделки и прочий активный культурный досуг. Кто-то может рвануть их и в путешествие. Не сдерживайте себя, жгите. И имейте в виду, сейчас комплименты нужны как воздух. Не только вам, но и всем остальным. Без них можно загрустить. А это значит, нужно почистить перышки и создать, так сказать, базу для получения комплиментов. У окружающих должны быть поводы говорить вам приятные вещи. И начать стоит с прически. Сегодня, завтра и в среду самые благоприятные дни этого месяца для стрижки. И дело не в том, что всем непременно нужно отрезать косы. Даже профилактическое подравнивание кончиков волос нужно делать сейчас. После этого волосы будут расти гораздо лучше. Можно красить волосы, особенно в огненные, в рыжие оттенки. Ну и раз уж мы занялись волосами, не забываем и об уходе. Питательные маски для волос и для кожи головы сейчас очень хорошо будут усваиваться. Ну и защиту от солнца волосам тоже стоит обеспечить. Особенно, если вы сейчас еще и на курорте. Это он для вас курорт, да? Для ваших волос это ад из соленой воды и выжигающего солнца. Волосами ограничиваться не будем. Питательные маски, кремы, свежие фрукты и вообще все, что может питать кожу лица и тела, нужны обязательно. В такие периоды кожа впитывает в себя максимум полезных веществ. Омолаживающие процедуры уместны только в области подбородка и шеи. А вот массаж, ручную чистку, прокалывание ушей пока лучше отложить. С веснушками бороться тоже не время. Что появилось, то уже появилось. Просто не забывайте использовать крем с солнцезащитным фактором каждый раз, когда вы выходите на улицу. А что касается здоровья, то сейчас самый полезный врач – это психолог. Заполненный планетами знак Рака с оппозицией Плутона – это время продуктивного, как сказать, продуктивного самокопания и самоизучения. Для кого-то, может быть, духовного роста. Здесь уже кому что ближе. Сейчас легче, чем обычно, разобраться в себе, понять, что я на самом деле хочу, куда я стремлюсь. Может быть, переосмыслить свои желания, потребности, скорректировать планы, уточнить список своих недостатков, с которыми нужно что-то делать. Не любите психологов, займитесь этим самостоятельно. В любом случае, польза будет. На сегодня все. Увидимся через неделю.